Всем привет! С вами будем делать шикарную пиратскую абордажную саблю «Дракон». Просто и быстро. Ну что, приступим. Для работы нам потребуется 4 трубочки и также трубочка для рукоятки. Одну трубочку нам нужно с вами соединить между собой, две других. Теперь нам нужны листы, 2 листа формата А4. Мы их складываем пополам, каждый по отдельности. Далее нам нужно с помощью карандаша наметить сначала острие нашего лезвия и дальнейшую часть рукояти. Вот таким вот образом легко просто намечаем на одной детали рукоять. Далее нам нужно вырезать все то, что мы с вами наметили. После этого нам нужно все это соединить скотчем. И вторую деталь точно так же по размеру, по верхней части нашего лезвия, тоже точно так же вырезать. Далее нам нужно две детали между собой соединить с помощью скотча. Легко, просто, как видите, ничего сложного. Также листы формата А4 вы можете воспользоваться тетрадными листочками, которые двойные. Далее трубочки, которые мы с вами соединяли между собой, нам нужно вставить полностью вовнутрь нашего лезвия. Следующую трубочку, как помните, да, у нас была еще одна трубочка, мы ее расплющиваем и вот такой вот дугой делаем. Кончик немножко сгинаем, и нам нужно будет его прикрепить. Но перед этим нам нужно с вами сделать гарту. Для этого мы возьмем еще одну маленькую трубочку, может где-то у вас обрезочки были, ну или сделайте еще одну. И вот таким вот образом закрепляем с вами. Сплющиваем ее, чтобы она у нас была толстенькая, хорошенькая, красивая. Теперь займемся остальной частью рукояти. Как помните, мы дугу немного с вами сделали. Нижнюю часть прикрепляем внизу, верхнюю часть в конце рукоятки. Вот таким вот образом. Ну вот, смотрите, почти сабля полностью готова. Теперь нам нужно воспользоваться тесемочкой. Я взяла черную тесемочку, вы можете взять коричневую или любую другую. И у вас тоже получится шикарно. Далее мы полностью всю нашу с вами рукоятку обворачиваем нашей тесемочкой. Вот и все. Наша шикарная убойная пиратская абордажная сабля «Дракон» готова. Вы можете ее сделать дома сами, легко, просто и быстро. Всем удачных подделок!